Итак, для тех, кто не знает, включился только сейчас. Это одно из заданий, которые, скорее всего, которые добавили в XCOM Enemy Within. И оно сюжетное от совета. Называется оно «Наводнение», уцелевший оперативник Exalt. Ну, если Exalt, то значит точно мы добавили в Enemy Within. Хоть и не сразу, но передал нам новые сведения о транспорте с оружием. Похоже, пришельцы сейчас окружили грузовик на дамбе в Восточной Франции. Да, это точно оно, точно то DLC. Чтобы забрать груз, нам надо действовать быстро. Из него еще дают две ачивки. По-моему, две операции всего. Прекрасно. Жду от вас хороших новостей. А ничего ты там покусать за одно место не хочешь? Ладно, пойдут. Пойдут до Гитр. Так, только... У него не гранатомет был? Или гранатомет? Слушайте, я даже не помню. Это не её. Это не её бодяга. Дайте её бодягу. Господи. Вот это её бодяга. Нет, каждый будет носить свой собственный костюм. Ну и что, кто у кого-то лучше костюм, у кого-то нет. Да, и... Так нет, она же... Это она... У неё же должен быть хилищий костюм, да. Сегодня все пойдут с броней. Я даже не знаю, что ему давать. Наверное, гранату пришельца все-таки. Она вообще не пригодилась. Она... Бедный человек. Забрали ее. Вынесли им мозг. Надо прокачивать, видимо, людей все-таки. Те, кто, правда, находится в... Не, явно не в строю. Хуинксан, у меня есть клевое имя, чувак, поздравляю. Тебя бы очень любили в российских институтах. Если бы ты там учился. Ну не Рамирса же с собой брать. Картманеза, что ли? А, возьмем Картманеза. Плазмер. Потом пушку из X-сплавов дадим. И дугомет. Мистер Майонез. Полагаю, погнали. Хотя нет, стоять. У меня же нет медика. Почему? Почему у тебя граната стоит? Я тебе гранату давал? Вот сейчас другое дело. Не, ну миссия будет стопудово легкой. Там будет 5 сектоидов, так 2 дохляка. Кстати, дохляков давно не было. Я уверен, это же сюжетная миссия. Готовимся к высадке, штурм 1. Она не может быть сложной. Франция ждет нашей помощи, это срочно. На дамбе во Франции задержан транспорт, дело замешано пришельцы, груз явно представляет для них большую ценность, готовьте к серьезному сопротивлению. Любыми средствами отбить дамбу, найти и взять под контроль транспортную колонну и ее груз. Окей, босс. Да, эта карта точно новая. И она доступна, видимо, единожды. Похоже, на транспорт напали, когда он пытался пересечь дамбу. И она вся такая Судя длинная. По всему, пришельцы пытались его замедлить, но прямого огня не открывали. Если им что я вижу? Нужен груз, смотрите, кто вышки. Знает, на что они пойдут ради него. Захватите грузовик, пока до него не добрались пришельцы. Дамба в скверном состоянии, так что вам лучше поторопиться. Спокуха. Дамба сильно повреждена, но она еще немного продержится, если открывать отводные клапаны по пути к грузовику. Понял. Усложнили задачу. Ну она пойдет туда, наверх. Она же странный снайпер. Надо было брать снайпера, который быстро умеет запрыгивать. И высоко прыгать. Так, далеко продвигаться не буду. Мало ли что будет. Бои готовность. Спасибо. Так, майонез пойдет справа. Штурм 1. К вашим позициям приближается вражеский корабль. Похоже, у пришельцев подкрепление. Да ты чё? Я думал так. Просто пришли. Серьезно, вот так сразу мутон, я не знаю, опознакомиться.
неудачник. Ну и ты тоже неудачник. Что? Он же труп! Он же... Чего? А почему? Я что-то не осознаю сейчас. Так, ладно, давайте пойдем вперед. У нее все равно есть возможность восстанавливать ХП. Ну и он до кучи промазал, кретин. Привет! Пока! Прости, дружище. Так. Нет, пойдет китайоза, видимо. Есть. За клапаном. Клапан открыт. Осталось самое главное. Захватить грузовик. Угу. Упарю-парю. Ну, она здесь спокойно сработает. Может ее здесь оставить? Она же, по-моему, стреляет через всю карту, нет? Подождите, надо глянуть, что у нее есть. Я все время забываю, кто из снайперов, кто. У меня три сраных снайпера. Палач, да, общий вид есть у нее. Еще медаль мегапихари. Ну, это очень легкая карта. Идешь по прямой и все. Зачищаешь пространство. Как скажете. Где? Ой, милашки. Главное, что они меня не заметили. Это уже плюс. Так, ну мэки пойдут посередине. Вместе. Какая мэковская туса. Естественно, сейчас на последнем ходу ее заметят, да? Похоже, у пришельцев подкрепление. Да затрахали вы с своим подкреплением. Зашибись! О, ребят, ты просто обосрался. Там уже кого-то убили. Нет, промазали? Опаньки. А вот это уже другой разговор. Так, мелочь выпиливают маленькие люди. Нет, ты-то мне зачем? А вот большой перед тобой говнюк стоит. А можно же двигаться? Подождите, подождите, подождите. Да что я делаю? Вот же есть снайпер, мать его. Пока. Везучая скотина! Везучая скотина! Может поджечь можно нахер ее? А, у него невосприимчивость, я постоянно забываю об этом. Нет, я не хочу ход этого тратить по одной простой причине. Так, у него ближний бой есть точно. Ладно, попробуем. Убил. Красавчик. А китайоза сейчас кое-что сделает. Там ребята засели. Чтобы двоих сразу положить. Закосить их так. Не хочет. Не хочет стрелять. А, фак. Такс. Нет. Давай сюда. Поберегись. Неудачно. Встал. Что мне делать? Ну, подарю ему свой пламенный привет. А, так еще у тебя ход есть.
У тебя тоже огнемет? Почему у него огнемет-то? Я не то надел, что ли? Да, я не то надел. Там с кинетическим модулем у нее должен быть костюм. Черт. Мазила! Давай, давай, давай! Что ты мне сделаешь? Все равно какие-то Йоза убьет, скинет его просто отсюда, подойдет, покажет кунг-фу. Что, он ему ХП не снес? Там же точно в него выстрел был, нет? Мне показалось. Алло. Штурм один. Клапан открыт, но это еще не все. Нам лучше оставить, движение. Наверное. Я буду мстить. А чем? Мне нечем мстить. Так, стрельбу на бегу, что ли, врубить? Нам в руку попасть. 56% меткости попал. Двигаюсь на позицию. Ну привет, здесь 100% должна быть. До свидания, дружок. Проблема решена. Он бы еще вверх стрелял. Проблема есть? Проблема еще. А впереди я уже зачистил все. Два доклика пытались что-то сделать. Облажались. Оно перезарядится все-таки, наверное. Какие, мать его, спецэффекты? Вдруг я не застал. Нет, два мэка это много на этой карте. Хотя вот там дальше расширение пойдет. Моста. Он вообще длинный? Мать мою за ногу! Хотя я половину моста уже прошел. Это было не очень впечатляюще, если честно. Ладно, и тогда пойдет на слева. Видите, она говорит, что позиционы до свиньята. Видимо, про позицию свиньи какую-то. Я не знаю. Смешно. А знаете, почему какие-то Йозу с собой беру? Потому что у него есть... Потому что дают ачивку за то, чтобы его взять на последнюю миссию. Да, я его возьму. Не знаю зачем. Просто возьму. Может, впереди есть еще башня? Да. Глядит какая-нибудь скотина. Как я с ней разбираться буду? Так что давайте снайпера переведем. Поближе. Летит, в смысле, невидимая скотина. Окей. Они же мне всего лишь увеличивают время действия до 7 ходов. Так что я, пожалуй, здесь останусь. Перезаряжаюсь. Moving out. Потихонечку так, помаленечку. И чё, никого нету-то? Господи, это самая интересная миссия на свете. Хоть кого-нибудь дайте убить. Отлично, штурм один. Теперь у вас есть немного времени на то, чтобы захватить грузовик. Господи, для каких тормозных людей делалось это задание? Внимание, у нас гости. Если надо количество ходов в несколько раз снизить. Ну, естественно, я убрал снайпера в этот момент. Увы, ты окружен. Промазал. Ла.
Слушай, я даже не знаю. Тут еще ближний бой. Пожалуй, ты. А лучше ты, давайте... А, у него нет двойного выстрела, точно. Там заменяется двойной выстрел на это. Еще раз можно выстрелить, отлично. В одиночку. Добил. Идиоты. Вау. Он еще попадет сейчас, смотрите, нет? Так сейчас еще второй в боеготовности же стоит, точно. И это промазал, охереть. Ну вы неудачники. Без кинетического модуля скучно. Кем бы тебя убить-то? Может, гранатой? Скатертью дорога. До свидания. Вам тоже пока, сэр. Что делать мне здесь? Ну серьезно, скучно. Оу, щет. 40 и 40. Сорок шесть. Ну, допустим. О, боже мой. Зажарил просто. Ну ладно, давай этого тоже попробуем. Ну, этот везунчик. Этот, по-моему, повезло. Просто сел не очень удачно, я бы сказал. Ну, зато у них меткость просто потрясающая. Я просто иду на вышку. Я просто не знаю даже, что делать. Фу, зажечь сейчас. Паренька. До свидания, дружище. Неудачник. Давление на дамбу снизилось. Так держать. Там еще один переключатель есть. А почему нас высадили именно на этом конце? Если нам надо пройти в этот конец дамбы, то почему нас высадили на том конце дамбы? Почему нас не могли высадить сразу на этом конце дамбы? Что-то я не догоняю вообще. Там быстрый десант, все шеф, такое. Рядом с вами появились новые объекты. Вау, их оскорбили, как назвали объектами. Просто в шикарное место ты встал. Расстрелят. Ну вот зачем ты пришел сюда? Ну зачем? Ну вот скажи, зачем? Ах ты ублюдок! Получай еще раз! Уродец, а? Нет целей? Серьезно? Ну хоть ты попади. Замечательно, у нее не хватает боеприпасов. Его что, никто не видит? Ладно, неважно. Даешь сопутствующий урон. А, его нельзя подрывать. Отлично. Так, просто сюда. Прощай. Кому-то будет больно. Его не задело. И даже она не видит. Ну и не надо. Какой я везунчик. Что, нехило он встал? Никто его не видит? Что за бред? И даже снайпер теперь не видит?
Je me dirige vers la position. Они его не видят? Вы что, слепые, что ли? Вот он перед вами стоит. Слушайте, игра поганула, что ли? Он вообще даже невидимый, смотри. Нет, он видимый. О, боже мой. Неважно. Сейчас он спрыгнет. Все будет окей. Хотя, можешь подальше просто отойти. Наконец. До свидания, дружище. Не очень тебе повезло. Уя, слышите, они все за болеют за Ую. Лучшая консоль на свете, я же говорю. Я даже прятаться не буду. Теперь. Так точно. А вот и наша цель. О, я знаю, что дальше будет, видел скриншоты. Оружие пока тут все не смыло. Задание изменилось. Ну типа окей. Перезаряжаюсь. Пусть она стоит по готовности. Их надо было не поддержкой называть, а разведчиками. Не, ну понятно, что они поддержка, но все-таки они больше похожи на разведчиков, раз они бегают так далеко. Так, окей. Сразу встанем боеготовность. А то налетит скотин. Я вообще удивлен, что я еще, все еще не встретился с сектоподами. К вам движется противник. Ну, сейчас еще один мехтоид будет. Блин, ну не для него же твоя ягодка росла. Два сектопода, отлично. И я без кинетических ударов, отлично. Замечательно. Не знаю как, просто прострелила через стену. Так. Странно, ход вроде начался, она только начала стрелять. Так, ну давайте этого... Попробуем убить критом. Почти. Девяносто 78. Я вынесу того, у кого 94 хп. Ну, дерьмо. Мне придется ходом размениваться. Ну понятно, что они вынесут обоих. Два мэка. Не хватает боеприпасов, вот же отстой. Чё мне показывают, как они взрываются? Зачем? Станет? Нет, похоже, придется кому-то другому сражаться. Не знаю зачем. Да, ребят, я псих. Я не знаю зачем. Но я просто попробую. О, боже мой. О, и нахера он мне? Я подумал, что промахнется. Хотел с ним поиграть в игру. Хотя можно было сразу так сделать и импарить. Наверное. Сейчас оттуда Джим Керри в маске выбегает и начинает петь. У него, по-моему, сразу пси-способности будут развиты. После прохождения миссии. Куда ты пошла? Нет. А чё Картман из-за главного-то? Вы не понимаете. Я должна вернуться к ним. Нет, вы... Я... Вы не поймете.
Вы хоть знаете, скольких из нас они убили? Ну, орать-то так не надо. Что у тебя за проблемы? У меня там снайпер стоит, детка. Вы убиваете их? Но как? Помогите мне найти остальных, прошу вас! Не могли взять актрису с менее плохим голосом? Оружие, за которым все охотились, оказалось гораздо более ценным, чем мы могли предположить. Потому что это баба! Надо было так давать. О боже мой, какой идиотизм. А не могли бы менее глупую строчку придумать для завершения этой миссии? Где моя ачивка, я не понял. А, спасибо. Стоило столько попросить? Игра сказала такая, ща забыла. Спокуха. Все нормально. Не, ну сразу видно, когда миссии поставлены вручную, они достаточно легкие. Да, наши отлично поработали. Хорошо, что все. Видите, даже все в строю оказались. Да, и были сложные враги, их было до хрена, но все-таки без проблем прошел. Да, близкий контакт, да, молниеносные рефлексы. Я даже не знаю. Я думаю, лучше вспышку. Вспышек нет. У меня целый плазмопистолет есть. А нахера мне живой дохляк сектоид? А, пленный сектоид. Может, я его могу продать? Не забывайте, мы видим все. Хочу продать. Продать. Пусть они изгаляются. Пришельцев-заложница, Аннетта, была передана им организацией «Экзальт». Она, мягко говоря, не спешит поведать нам о причинах, по которым она оказалась столь ценна, и о том, что с ней было в плену. В любом случае, за ней нужно установить наблюдение. Ну, типа, ок. А мне ее дали в качестве бойца? Должны дать. Где эта антенна? Как ее звать-то? Вот, сержант антенны Дурант. Она... А нет, она Аннетта. Твою мать. И кто ты? У нее сразу гены модификации есть. И насколько я знаю, после того, как построю пси-лабораторию, у нее еще будут пси-способности. Или нет. Или мне надо ее захватить до того, как будет построена пси-лаборатория. Спринтер. Туманные берега. Ну, блин, я даже не знаю. Ну возьму это. И, конечно же, ничего поменять нельзя, да? Нет, вообще ничего. Только цвет волос. Она же француженка. Ладно, давайте оставим стандартный. Какой разработчики поставили. Пусть будет такой. Не выделяющийся из всех. То, что гены модификации сразу есть, это хорошо. Я вот думаю, что дальше построить. А, мне же не хватит на пси-лабораторию, на гиперволновой модуль. 175 надо. Тогда мы эко построим. Оу, щит. Сейчас у кого-то будет все хорошо. У Ката. Электроимпульс ему я выбирал, да? Да. Пойдемте, оденем. И должны дать еще одну ачивку. Где Ката? Ката, где ты? Да ты говнюк! Понял, да? Я хотел тебе подарок сделать, а ты...